Хорошо начали, забили гол во втором периоде, чуть не дотерпели в третьем, но хорошо, что дожали и выиграли, 2-1 ведем, все хорошо. Плей-офф – это особенный настрой, особенный борьба, ты это прочувствовал сегодня? Ну да, больше ответственности намного, цена каждой ошибки вырастает в разы, так что надо собраннее играть и не допускать ошибок. Ты молодой игрок, что почувствовал, когда узнал, что будешь в составе на матч с Автомобилистом? Немного волнения, но там ребят поддержали, помогли. Так что все хорошо. Выход ваш получился довольно неожиданным. Вы когда узнали о том, что сыграете в третьем матче? За день до игры. Почему вы убрали Рыбина, не говорили? Нет, не знаю.